Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем строить две теплицы арочные 3 на 3 и 3 на 6 на металлическом основании, сделанном из трубы. Пока приехали, раскладываемся и приступаем к сборке. Каркас мы поставили, начали крыть поликом параллельно. Вот сейчас доделали последний торец. Парни принесут его, установят, докроют теплицу. Останется сделать двери с форточками, все проклеить и прикрутить. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицы, две арочные, 3 метра шириной. Так. 3 на 6, 3 на 3. Разрезные двери форточки стоят у нас по торцам. Каркас профильной трубы 20 на 20, покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на металлическом основании, закреплено с помощью саморезов. Вторая 3 на 3. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотности, торцы защищены торцевым профилем. Также по торцам установлен резиновый торцевой уплотнитель. 3 на 3 все то же самое, только длина другая. Диагональные усилители, точно такой же полик в двери. Вот такие две отличные теплицы у нас получились. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!